You are listening to the mix from Tony. Сейчас мы приехали на север, юг, юго-западную точку Индийского океана, если не ошибаюсь. По-моему, мы с этой стороны океана. Точка. Мы очень рады, что вырвались посмотреть на Индию немножко другую. Как описано в книжках и видео, не видно так сильно бедноты. Здесь, наверное, юг очень достаточно обеспечен. И в саре своей, что мне тоже придется в океан. Да, учитывать и в окне свои, женщины в саре. Какая тут страна. Все скрыто. You are choking me. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye. I said your story's so touching. Вообще, мне кажется, что это очень улыбчивые люди и вообще радостные. И на них, когда смотришь, они все время тоже тебе в ответ улыбаются. И все на нас смотрят. Вообще, мы два белых человека, два иностранца на всем этом пляже. Тут явно не туристическое место. Да, и все мужчины носят усы. Носи усы. Носи несы. Бездонного самой губами. Я сейчас так с волосами. Носи усы. Может, ты тоже вырастешь? Нет. У меня другие волосы растут. Снизу. Шикарное горячее море по сравнению с вьетнамским. Просто кипяток. Но мощнее море намного. Ну да, когда перевернул 360, да, под водой и воткнул в песок, было страшновато. Хрустнул что-то. Иди купайся. Купаться! Горячая вода в апреле. Представляю, какая будет летом просто бешеная какая-то. Очень много народу. Если бы здесь был ветер, было бы мега какая серфинга. Очень красивые пляжи. Drum boogie woogie.
show. Got to do a little shake on my Joe. Got to do a little roll on my Joe. Got to do a little roll, I'm on out of that. I said to the boy, I will shoot on my Joe. Got to do a little shake on my Joe.